Знаете, мне очень понравилось. Я могу сказать, что мне нравится, что графика появилась в российском кино. Это как-то очень здорово. Наконец-то. Она не пошлая какая-то, не сальная, а такая очень четкая и по делу. Это приятно. Аудитория у фильма, на мой взгляд, она абсолютно универсальна у детей, потому что фильм начинается с такой абсолютно 3D какой-то игры. На мой взгляд, там вот эти вот роботы, какой-то такой экшен, совсем такой сказочный фэнтези. И постепенно зритель начинает взрослеть. То есть если с такой ребяческой какой-то истории, начинает все больше, больше, больше затягивать. И, конечно, ну, в конце, даже в середине, какой-то такой прям серьезной ноты, невероятные какие-то серьезные темы поднимаются.